Переходя в контекст «сам дурак», ну, там, не то Министерство культуры, и таким образом индульгируя, оправдывая это свое неделание, ну, Бог с тобой, как всегда говорится, Бог тебя, Бог, ангел, не знаю, сам ты на выходе спросит, батенька, а ты что? А ты говоришь, что ну, не тот министр культуры. Ну, окей. А ты что? И вот поэтому вот как бы не пропускать то удивительное, волшебное мгновение твоей жизни, которое тебе даровано, и дерзать. Що ви скажете Богові у відповідь на це питання? Я дерзал.